Владимир только что перебежал дорогу около рынка «Норд» в неположенном месте. Четыре полосы и плотное движение его не смутили, как и других пешеходов. У нас несколько лет назад подряд несколько человек погибли под колесами автомобилей, потому что вот так, как вы сейчас лавировали. Здесь трамваи ходят, здесь больше груз. Владимир получает от полицейских предупреждение, но не штраф. Инспекторы проводят профилактическую акцию «Неделя безопасности». По улице нашего города можно наблюдать такую картину, как пешеходы, лавируя между машинами, переходят в неположенном месте. Но хуже того, когда родители ведут своих детей за руку, демонстрируя, игнорируя правила дорожного движения, показывают им пример. Хотя, как бы, взрослые люди должны пример показывать, законопослушность. Водители и пешеходы только начали выходить из отпусков и заново привыкать к городскому ритму. Именно поэтому и нужна безопасная неделя – напомнить горожанам о правилах дорожного движения. Уважаемые пешеходы, ожидать общественный транспорт нужно на посадочных площадках, а не посередине проезжей части. Вы создаете аварийную ситуацию. Особенно это важно в преддверии 1 сентября, когда на улицах появятся школьники. Большая проблема, и не только пешеходы, дети. В основном дети. Проблема велосипедисты, которые пересекают проезжую часть на пешеходном переходе, не спешиваясь и даже не смотря по сторонам. Потому что велосипедист на переходе – это огромная опасность. Молодежь сейчас правда старается переходить правильно, особенно в таких опасных местах, как вот это. Штраф за переход улицы в неположенном месте – 500 рублей. Но гораздо важнее то, что, пытаясь сэкономить время, легко можно потерять жизнь. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.